четверг в Самарской области облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Днем плюс 12, плюс 14, ночью 6-8 выше 0. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани переменная облачность. Светлое время суток плюс 14, в темное плюс 8. Северо-западный 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем плюс 12, ночью 7 тепла. Северо-западный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями. Днем плюс 12, ночью 6 с плюсом. Западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.